Синдром Дауна – это не стыдно, не просто книга, а полноценный разговор с людьми, прошедшими непростые испытания. Издание является ценным инструментом для родителей, чьи дети родились с синдромом Дауна. Каждая история по-своему уникальна. Тема очень важна, тема нужна, и мы хотим снять табуированность этой темы, чтобы люди свободно об этом говорили, читали книги и как бы и себя, во-первых, воспитали, и своих детей. Мы вот хотим именно нашим местным людям рассказать о том, что есть такая писательница, которая написала такую книгу, где ее можно приобрести, о чем она и почему это важно. Герои, родители, сестры и братья честно делятся своими эмоциями и рассказывают, как справляются с трудностями. У прочитавших эту книгу появляется мотивация развивать способности своего ребенка и дать ему шанс на счастливое детство и будущее, отмечает автор. Главная цель – это поддержать других родителей детей с синдромом Дауна, рассказать им, что они не одиноки, что другие тоже проходили такой же путь, и они справились, и рассказать, как именно они справлялись, что им помогало, что их поддерживало в этом пути. А также рассказать другим людям, которые никак не связаны с этой темой, какие чувства испытывают родители, чтобы они лучше понимали их. Издание уже доступно для всех, кто нуждается в поддержке и вдохновении, которым так щедро делится автор в своих историях. К слову, приобрести книгу можно на популярных маркетплейсах. Алихан Джексабаев, Куанар Абдрахманов, служба новостей.